Встречайте, друзья. Дмитрий Трубин. Родился в 1988 году в городе Тараз, Казахстан. В секцию армрестлинга Дмитрий пришел в 14 лет по совету своих одноклассников. Его тренер, заслуженный тренер Казахстана Ахмет Алиев, воспитавший к тому времени более 10 чемпионов мира, сопровождает Трубина уже многие годы. Уже в 17 лет Дмитрий стал чемпионом Азии среди взрослых в супертяжелой категории. На чемпионате мира в Польше Трубин становится чемпионом, но уже в категории 110 килограммов. Собственный вес Дмитрия тогда был 102 килограмма. В финале того чемпионата Трубин в долгой и упорной схватке выигрывает турецкого рукоборца Фарида Усманова. По ходу профессиональной карьеры Дмитрий экспериментировал со своим весом. Были в его карьере и обидные поражения, и триумфальные победы. Но в самой лучшей своей спортивной форме, на наш взгляд, Дима находился в 2017 году, где он боролся на турнире в подмосковном Латышино. У нас есть уникальные кадры его выступления на этом турнире. Смотрите сами. Трубин тогда легко расправился со своими оппонентами, в легкую выиграв Дмитрия Силаева. Бой Трубину смог дать Рустам Бабаев, но тоже уступил в упорной борьбе. Но самым триумфальным успехом Трубина была победа в прошлом году над Тимом Бреснаном. Секундировал ему в этом поединке его товарищ Дмитрий Силаев. А все, я его талисман просто. У меня уже две победы подряд с ним, так что я думаю, в дальнейшем я буду ему... Очень легко он держал, то есть там никаких проблем не было. Тиму было сложно, да, что он не может разорваться. Дима опытный в этом плане, он все сделал красиво. И вот по воле жребия, совсем уже скоро два Дмитрия. Два товарища встретятся за столом турнира ТОП-8. Кто победит в этом поединке? Как вы думаете, друзья? Напишите свое мнение в комментариях. А мы не прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если понравилось наше видео.